Дело в том, что сейчас я нахожусь у Криевского моста на реке Протве. И сейчас я вижу настоящую экологическую катастрофу. Реку Протву вчера или позавчера кто-то злонамеренно отравил. Сейчас передо мной здесь валяются сотни рыб вверх брюхом. Вода ужасно пахнет, и сама Протва помелела. И все это происходит где-то в 2-3 километра от городского пляжа. Сейчас надо мной кружат чайки, которые хотят вот, полакомиться тухлой рыбой. И все это выглядит печально, уныло и некрасиво. И речка превратилась в такое вот болото, в которое сливают всякие нечистоты. Необходимо, чтобы общественность заставила разобраться, кто виноват в загрязнении речки. И кто виноват в этой экологической катастрофе. Вымирание рыбы. Хочу показать вам, что здесь у нас люди придумали. Вырыли вдоль поля в Криевском рык. И по вечерам сливают здесь нечистоты, которые прямиком идут в реку Протва. Что может быть причиной в том числе данного происшествия. Не раз обращались в СМИ. Звонили по номеру 112, приезжали, выписывали предприятия, которые где-то там находятся, штрафы. А ни к чему больше не приводило. Мы, местные жители, закапывали этот арык не раз, но приезжают тракторы и их выкапывают. Где-то труба выходит в арык, мы место нашли. Даже его пару раз пытались ликвидировать, но вечно его восстанавливают. И эти все нечистоты бегут постоянно в реку Протва.